Мы закупились русскими продуктами в Турции. Хочу показать, что мы взяли. Смотрите, во-первых, это пельмени. С чем, Светик, ты их взяла? С говядиной. И взяла ты у нас эти... Вареники с вишней. Вареники просто с вишней. Мед натуральный. Сметана. Смотрите, по-русски все написано. Взяли настоящую бочковую, получается, квашеную капусту. Кто знает, чем она полезна, напишите в комментариях. И что ты взял? Горох. Горох. Горчица, дядя Ваня. Видите, все даже по-русски написано. И что? Тархун. Тархун, да. Грузинский он, по-моему, взял попробовать. Тоже там есть и боржоми. И еще взял такой напиток протеиновый. 30 грамм протеина. Так что в Турции тоже есть такие протеиновые напиточки. Вот так вот будем есть вкусную русскую еду в Турции.